Администрация комплекса через громкую связь оповестила о пожаре людей. Служба безопасности незамедлительно начала их эвакуацию. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Площадь возгорания составляла уже 42 квадратных метра. Газодымозащитная служба нашла 4 пострадавших. Они сразу были переданы работникам скорой помощи. Также по лестничным пролетам в безопасную зону спасатели эвакуировали оставшихся 35 посетителей торгового комплекса.